Вспомнить тех, кто погиб на дорогах. По всему миру 17 ноября проходит мероприятие, посвященное Дню памяти жертв ДТП. У одноименного мемориала собрались сотрудники госавтоинспекции, представители власти, общественники и просто неравнодушные прохожие. Не только погибших, и, конечно, это в первую очередь, так скажем, обращает внимание всего общества на те проблемы безопасности дорожного движения, которые существуют. Люди продолжают гибнуть, значит, в Российской Федерации в этом году погибли уже более 15 тысяч человек. На дорогах области в 2017 в результате ДТП погибло 98 человек, на 4 больше, чем в прошлом году. Двое из этого списка – дети. Чтобы вспомнить каждого, вдоль дороги выстроились добровольцы с маленькими плакатами. На них имена и возраст погибших. И за каждым таким белым листком с черной лентой чья-то сломанная судьба. Жизнь, она непредсказуема, и в любой момент она может по причине, не зависящей порой от человека, кончиться внезапно. Вот, например, мне дали карточку, Алексей, 37 лет, молодой мужчина, погиб в ДТП. В память о жертвах аварии собравшиеся выпустили в небо 98 белых шаров и возложили к мемориалу цветы. Более 80 ДТП с летальным исходом происходит из-за нарушения правил дорожного движения. Часто водители садятся за руль в нетрезвом состоянии и превышают скорость, а пешеходы перебегают дорогу в неположенном месте. Многие погибли из-за того, что им не оказали минимальную врачебную помощь сразу на месте происшествия. Из-за тяжелых травм дорожного транспорта погибло 64 человека, и дорожно-транспортные происшествия тогда были несовместимые с жизнью. Скорая помощь не могла приехать и оказать помощь. Сегодня никто не выясняет, кто прав, а кто виноват. Единственная и самая важная задача сейчас – сделать так, чтобы шариков, выпускаемых в небо, становилось с каждым годом все меньше. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.